Ты что, решил выпить чая? Ты же попил, и я тоже хочу. А кто-то обещал Стива нарисовать. Ну раз обещал, обязательно сделаю. Так мне он срочнее срочного нужен. Ах, ну если срочнее срочного, тогда приступаю. Так, чай в сторону, батончик тоже. Это, а ты батончик на столе оставишь? Да, пусть здесь полежит, а то мало ли что с ним станет. Ребята, привет! Харитон просил меня нарисовать Стива 3D-ручкой. И сегодня я попробую это сделать. Так это я могу еще и Крипера попросить нарисовать. А я могу попросить тебя не спешить. Не знаю, получится ли у меня Стив, а ты уже про Крипера речь завел. Ладно, тогда меч. Давай не будем опережать события. Сегодня попробую Стива. Хорошо, сейчас Стива, а меч вечером. Харитоша, имей совесть. Да я пошутил, как всегда. Предварительно на чертежной бумаге я нарисовал все части фигурки Стива. Голову, туловище с ногами и на втором листе руки. И теперь остается это все нарисовать 3D-ручкой. Хе, пластик нести? Конечно, неси и ручку захвати. Чтобы все принести, нужно подкрепиться. Что? Не что, морковочки надо бы. Без проблем, держи. Хе, другое дело. Ням-нямушка моя. Поел морковки, прыгаю ловко. Вот так. Принимай пластик. Харитоша, да ты меня силач, столько пластика за раз носишь. А будешь вот фруктовые батончики чаще давать, в два раза больше пластика буду носить. А пупок у тебя не развяжется? Да за пупок не переживай. Вот ты даешь. Так, откладываю в сторону. Вроде бы цвета принес все. Ох. Так, держи, вот тебе ручка. И, кстати, у тебя морковочка еще осталась? Есть немного. Может, тебе еще чего-нибудь принести? Не надо, спасибо. Так, начну рисовать с головы. В первую очередь нарисую волосы коричневым пластиком. Нарисую глаза и нос. Продолжаю рисовать. Итак, я нарисовал все части головы и теперь... Слова! Что? В дверь звонят! Харитоша, да тебе показалось. Так, и теперь буду рисовать части тела. Эх, план А не сработал. Теперь нарисую части тела. Переходим к плану Б. Беру телефончик, набираю номерочек. Ага, вызов пошел. Начинаю рисовать туловище. Ребята, минуточку, я пойду отвечу. Что за проделки? Харитон? Ага, кажется, я остался сегодня без батончика. Вот малявка хитрый, а? От меня еще ни один батончик не уходил. Ни один, я сказал, пойдем. Ага, унес. Ну, кто бы сомневался. Вот попроси меня еще о чем-нибудь. Ладно, продолжаю. Фруктовая энергия. О, так это та, которую я обожаю. Объедение. Ребята, знаете чего? Я тут подумал и решил, отдам ему батончик, не пить же ему один горький чай, а то он может еще и обидеться на меня. Все части туловища и головы нарисовал, теперь остается нарисовать руки. Нарисуешь мне меч? Батончик унес, не нарисую. Ах так, тогда защищайся. Ах, вот ты как, ну держи. Упс. В
голове моей туманы-маны, ох и сильные твои щелбаны. Харитош, 1-0 в мою пользу. Да ну тебя. Продолжаю рисовать руки. Все, ребята, я нарисовал все части фигурки Стива. Всего у меня получилось 24 детальки, которые я теперь буду аккуратно отделять от бумаги. Все части я отделил и теперь буду собирать фигуру. В первую очередь сделаю голову. Беру клеевой пистолет, наношу несколько капель. Так, пожалуй, еще чуть-чуть. И теперь приклеиваю боковую часть. Приклеиваю последнюю часть. Теперь для прочности конструкции и ее красоты места соединений зарисую ручкой. Вот такая голова Стива получилась. Сейчас сделаю руки. Беру снова клеевой пистолет и склеиваю. Приклеил последнюю деталь и остались места соединений. Ребята, смотрите, вот такие руки я сделал Стиву. И теперь осталось сделать только тело. А я хочу подарочек. Хотеть не вредно. Вредно не хотеть, тем более, что скоро 23 февраля. Вот 23 февраля и подарю тебе. Надеюсь, то, что я хотел. Дождись 23-го и все увидишь. Отлично. Солдат уходит, родине служить. Солдат уходит, защищать покой. Наношу с краю полоску клея и приклеиваю деталь. Продолжаю. Теперь наношу пластик в места соединений. Ребята, вот такое получилось тело. И теперь осталось к нему приклеить голову и руки. Клеевой пистолет снова приходит мне на помощь. Наношу клей на поверхность. Беру голову и приклеиваю. Так, слегка прижимаю и жду, когда клей остынет. Так, пожалуй, хватит. Теперь таким же образом приклеиваю руки. Наношу клей. Так, еще чуть-чуть. И прикладываю руку. Жду, когда клей остынет. И приклеиваю вторую руку. Ребята, готово. Вот такой у меня получился Стив. Если вам интересны видео с 3D-ручкой, ставьте пальчик вверх и пишите, кого еще нарисовать. Ого-го, какой большой! Да он с меня ростом! Теперь это будет моя самая любимая игрушка. Харитоша, то же самое ты говорил про пластикового Харитона. Подумаешь, одно другому не помешает. Ой, простите, заболтался. Ребята, давайте наберем 1000 лайков, и мы снимем новое видео. Пока! Я это ни на что не намекаю, но у меня еще крипер есть. Крипера! 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 Хочу крипера! К тому же ребята просили! Сделаешь? Хорошо, твоя взяла. Сделаю тебе крипера, но давай с одним условием. С каким? Ты дашь мне фруктовый батончик? Нет, я дам тебе возможность сделать яичницу глазунью. Глазунью? С помидорами? Кто бы их купил, те помидоры? А где он этот кто бы? Не знаю. В общем, пока я буду делать крипера, ты приготовь яичницу. А как же батончики? Батончики будут только к чаю. Лады. Все, я попрыгал. Ребята, привет. Сегодня я буду делать крипера. А я глазунью. Не мешай. Ха! Если я буду мешать яйца, получится болтунья. Глазунья, болтунья, ты так и будешь меня перебивать? Ладно, ладно, не серчай. А то пошот еще случайно получится. Я уже нарисовал все части крипера на бумаге. И закрасил клеточки цветными карандашами, для того, чтобы мне было легче определиться с нужным цветом пластика. Дальше я взял пластик разных цветов, 3D-ручка и клеевой пистолет. Итак, начну зарисовывать все клеточки. Тут у нас в холодильнике. Только три яйца осталось. Два мне и одно ему. Только так. Телепортируем первое яйцо. Второе пошло. И третье заключительное. Так, яйца достал. Пойду поищу фартук.
ладно, буду без фартука. Так, ставлю сковородочку. Теперь ее нужно смазать тщательным маслом, чтобы глазунья не пригорела. Достаточно. Все части крипера нарисовал, и теперь их нужно отделить от бумаги. Все отделил, и теперь буду их склеивать. Ребята, изначально я допустил ошибку, нарисовал верхние части ног зелеными, но позже исправил и нарисовал разноцветными. Начну собирать крипера с головы. Наношу клей на поверхность и склеиваю поочередно все части. Первый глаз пошел, второй и третий. Жарьтесь, мои сердешные. Все стороны я склеил. Теперь места соединений для большей надежности я склею пластиком. Вот такая голова крипера у меня получилась. Теперь буду делать туловище. Наношу клей и склеиваю все части. Теперь места соединений склеиваю пластиком. Туловище я сделал, думаю, получилось неплохо. Так, теперь посолю, поперчу для вкуса. Теперь сделаю ноги. Теперь места соединений склеиваю пластиком. Вот такие ноги будут у крипера. Ух, как скворчит! Эх, не обжечься бы! Еще минутка и будет готово! Сейчас все части буду склеивать. Наношу клей и приклеиваю голову. Сейчас приклею ноги. Ну и, как всегда, для надежности проклею пластиком места соединений. Вот такой у меня получился крипер. Опля, сделал? Ух ты, ничего себе, какой красивый! Коллекция пластиковых героев из Майнкрафта пополняется. Тоже будет следующим. Ой, бери криперы, пойдем, глазунья остывает. Быстро ты приготовил. А то, конечно. Ух ты, мой поваренок, постарался. Конечно, постарался. Так, вот эта порция твоя, а вот это моя. Подожди, а почему у меня одна глазунья, а у тебя две? Я еще делить не научился. Все понятно. Вот чаек. Спасибо тебе за глазунью, Харитоша. Очень вкусная была. Где батончик? А вот и батончик. Сейчас. Ой, вкусняшка, с малиной мне очень нравится. А помнишь, мы с тобой малину собирали? Конечно, помню. Дели. Да подожди, не спеши. Так. А так это тебе кусочек. Это тебе кусочек, а это мне. А почему у тебя большой кусочек, а у меня маленький, а? Почему так? Да я уже делить разучился. Ну ладно ты, я больше так не буду, честно. Простишь меня? Хорошо? Харитоша, да мне для тебя целого батончика не жалко, только вот с друзьями делиться надо поровну. Хорошо, я запомню. Вот такой крипер появился у Харитоши. Ребята, если вам нравятся такие видео с 3D-ручкой, пишите, что еще нарисовать. И да, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Пока-пока! Пока, ребята! До скорой встречи! Харитоша, иди сюда! Да-да-да, иду. Чего звал? У нас сегодня загрузочный день. Какой? Загрузочный. Мы с тобой много едим овощей и фруктов? Да. Но хочется же и сладкого. Хочется порой, ох, как хочется. Вот поэтому сегодня мы позволим себе съесть сладенького. Ой, клево, давай, где вкусняшки, ставь их на стол. Ой, прям так неожиданно, загрузочный день. Ой, не забудь бы, где чьи. Вот твои. А вот это? Мои. Нет, Харитоша, это мои, все поровну. Да я пошутил. Ой, все, пойду загружаться. Не падай.
не падать. Конфетка, не отставай, идем со мной. А ты что свои не забираешь, есть не будешь? Буду, потом с чаем. А пока уберу в сторонку, чтобы не мешали. Ты что, их спрячешь, а? А они там что, так и будут лежать? Пускай лежат, я потом с чаем съем. Ясненько. Ребята, привет! Меня так увлекло рисование 3D-ручкой, что я пока решил не останавливаться и продолжить дальше. К тому же многие из вас в комментариях писали, чтобы я сделал Алекс. Сегодня я выполняю вашу просьбу и сделаю очередного персонажа из Майнкрафта 3D-ручкой, и это будет Алекс. Привет, ребята! Так тебя и скелета просили нарисовать. Харитон, ну не все сразу. Потом можно и скелета, если ребятам не надоест мое рисование. Ребята, вам не надоело его рисование? Мне не надоело. Ладно, Харитоша, надо начинать. Да, начинай. Кстати, меня тоже неотложное дело ждет. Для того, чтобы сделать фигуру Алекс, понадобится 3D-ручка. Я взял пластик ПЛА разных цветов. И на чертежной бумаге предварительно нарисовал все части фигуры. Можно приступать? Да. Было вкусно, но мало. Просто мало. Ты что, еще даже не начинал рисовать? О, а ты, смотрю, уже сделал свое дело. Да, загрузка прошла успешно. Ну, сам же говорил, загрузочный день. А меня не мог подождать? Я, ну, так я же не жду. Ладно, не жду, иди умывайся. Нет у тебя силы воли? Ну, так это, получается, что нет. Ребята, в первую очередь я сделаю голову Алекс. Все детальки головы я нарисовал, и теперь остается их отделить от бумаги. Так, теперь все склею. Дальше нарисую туловище с ногами. Ля-л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 я. Эй, ты чего там несешь? Да это я, знаешь, я это... несу тирамису. Ясно. Тирамису? Какое тирамису? А, нет, да. Так, так. Еле ноги унес. Ух ты, сладенькое мое, сейчас. Загрузочные дни, они так редко бывают. В основном постоянно морковка да капуста. Во всем нужно знать меру. Неописуемое наслаждение. Вкусненько. Можно же хоть иногда загрузиться сладеньким. Все детали нарисовал и сейчас аккуратно отделю от бумаги. Сейчас эти детали остается только склеить. Вот такое тело с ногами получилось. Сейчас буду делать руки. Харитон, ты что опять несешь? Да это пластик, простой пластик. Пойду сейчас скелета попробую сделать. Потом покажу тебе. Хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Подожди, какой скелет? У нас одна 3D-ручка. А ну-ка, что у тебя под салфеткой лежит? Ой, да я ну... Уже до моего гематогена добрался. Да я да не кушать, я хотела обертку снять с батончика для тебя. Да я ну, я знаешь, я не... Да, так я тебе и поверил. Тебе моего пирожного мало было? Слушай, имей совесть, надо во всем знать меру. Постараюсь держать себя в руках. Где-то я уже это слышал. Ребята, осталось сделать руки Алекс.
Детальки я нарисовал, отделяю их от бумаги. И теперь осталось склеить. Руки сделал. Теперь беру остальные части и собираю Алекс. Ребята, все, Алекс готова. Как вам? Так, сейчас принесу другие фигурки. Тихо. Харитон, что с тобой? Ты меня видишь? Да я же ниндзя, я невидимый. Кендрую! Не догонишь! Беги, беги, вот зубы заболят от сладкого, потом не плачь.